А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здравствуй, мой дорогой, замечательный и немногочисленный зритель. С тобой Джаз Джек, и мы продолжаем проходить игру под названием True Fear Forsaken Soul. Это вторая часть. Продолжаем, погнали. И, кстати, да, спасибо тебе большое за то, что ты поставил лайк, написал комментарий в поддержку прохождения. Теперь точно можно начинать. Так, я думаю, это жидкость для проявки фотографий. Проявитель. Окей, записка. Джек изменился. Я думал, что это из-за ссор с Элизабет, но потом понял, что дело в ночных сменах. Вчера я слышал, как Джек говорил с кем-то. Я думал, это Кристиан, но я увидел Кристиана на камере 4. А вокруг больше никого не было. Сегодня мы с Джеком поругались, он сорвался, кричал на меня, говорил больше никогда не спрашивать об этом. Я сказал, что на кону стоит наша дружба. Какого... А, он сказал. Я тоже слышу ее. Я понимаю, почему Джек не хочет говорить об этом. Джек переменился не за одну ночь. Что-то происходило с ним на протяжении какого-то времени. Достаточно долго, чтобы Алекс заметил. Теперь я знаю, что и Алекс, и Джек слышали ее. Интересно, слышал ли ее кто-нибудь еще? Скорее всего. Библиотечная карта. Неужели Чувашу нужны были все эти книги для работы психолога? Ну или же у него было слишком много свободного времени? Так, иллюстрированная ботаника, бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Компьютер вроде подключен к сети, но почему-то не включается. Так. Отвертка. Кстати, смотри, как у нас мало предметов на самом деле осталось. Угу. Нет питания, панель не работает. Так, это... Что это? Это похоже на карту этого подземелья. Думаю, что... Я думаю. Что отмечено крестиком? Что до линии над картой? Без идей? Код? Штрих-код? Ну, может быть, кстати, да, похоже на штрих-код. А, подожди, мы что, не можем отсюда выйти? Да нет, можем. Можем. Так, подожди. Похоже, панель встроили много после постройки. Нужно узнать правильную комбинацию. Угу. Так. Здесь коридорчики. А, это здесь в коридорчике. Что-то можно сделать. Так, это колба. Угу. Дорогой Кристофер, до меня дошли сведения, что ты рассылаешь запросы по соседним больницам, пытаясь найти записи о Троице. За моей спиной! Я говорил, что ты не найдешь никакой информации о них, потому что сама судьба привела их к нам. Это была великая честь пустить тебя в наш круг. Тебе плевать? Отлично. Тогда мне плевать на твои теории. Просто продолжай работать с Дарьей, и ты получишь все, о чем мы договаривались. Помни, мы теперь в одной лодке. С кем бы Лаудиус и Кристофер... Чем бы Лаудиус и Кристофер не были заняты, это был большой секрет. Лаудиус напуган. Что значит работать с Дарьей? Я видела фото, где Кристофер держал ее, пока пациент, один из Троицы, был прикован к какой-то машине. Ее заставляли смотреть. Так. Чин-чин-чин-чин-чин. Так. Значит, что-то еще здесь. Нет? Ага, ага. Так. Цифра 7. Я понял. Я понял, все. Это мы сейчас код узнаем. Линия помогла отыскать книгу. Похоже, не похоже, что с тех пор книги как-то переставляли, так что карта очень полезна.
Так, теперь нам нужно вернуться к изначальности. О нет, я должна была догадаться, что здесь есть таймер. Придется идти и снова включать свет. Что? Что? Таймер? Серьезно? А, в смысле, это вот это, что ли? Ясно. Так. Теперь это вот где-то здесь. Оп. Ага. Теперь где-то здесь. Ага. Теперь нам нужно вернуться обратно. Вот сюда. Да еб твою мать. Ох ты ж еб твою мать! Ха-ха. Ну на той расчет, что типа ничего не произошло, сука, первый раз, а они такие: а сейчас мы тебя наедем. Суки, а? Вот суки хитрожопые. Так, куда там нам надо было? Так, она пробежала рядом со мной. Я чувствовала ткань ее платья, ее волосы. Это реально, она реально. Она ждет меня в коридоре за моей спиной? Мне повернуться или идти вперед? А что, если впереди будет еще хуже? Если вы читаете это, она реально. Не тень, не ваше воображение. Так, подожди, а мне нужен вообще-то журнал. А, так, 7, 9, 7, 9, 4. И последняя. Получается, вот здесь. Нет? Подожди. 7, 9. Так, смотри, 1, 2, 3. Раз, два, три. А! Подожди. Раз, хоп. А потом 2 вот сюда. Потом пошли вот сюда. Потом мы пошли сюда. И вот здесь, вот последний. Где ты? Сука. Два. Отлично, у нас есть код. Так, введите пароль. 7942. 7942. Спасибо. Спасибо. Так, что у нас здесь? Рубильник. Какой-то рубильник. Зачем-то мы его нажали. Он сказал мне не спрятать вас. Что мне не спрятать вас. И что бы вы ни делали, она вас найдет. А если не сможет, она заставит вас найти ее. Он сказал: вы обречены. На утро все говорили мне, что никто не мог пробраться в мою комнату и что это был лишь сон. Но я знаю, что я видела. Я больше так не могу. Почему все ведут себя, будто это я сумасшедшая? Я помню все слова, что он сказал. А через пару лет, когда Далия подросла, они стали обретать смысл. Я не обречена. Я выбираю собственный путь. Пусто. Среди этих записей наверняка есть что-то полезное, но, увы, я не знаю химию. Если мне вдруг понадобится микроскоп, вот он. О, это кнопка треугольничка, которая нам сейчас понадобится. Отлично. Так, давай теперь здесь посмотрим, что это. Так. Чертовски неприятно ошибиться. Соляная кислота. При необходимости что-то нагреть, идем сюда.
Чтобы что-то залить в распылитель, мне понадобится воронка. Понял? Понял, принял. Осознал. Так, что у нас? Это что, самогонный аппарат какой-то? Думаю, сюда нужно заливать воду. Когда вода пройдет процесс очистки, нужно будет только повернуть краник. Так, мы сейчас где? Мы сейчас здесь, и тут все еще что-то можно сделать. Записка. Так, кто бы ни положил негативы в ящик для проявки, это так не работает. Вам надо добавить проявитель и фиксатор до тех пор, пока никто не сможет открыть ящик. До тех пор никто не сможет открыть ящик. В лаборатории есть проявитель, вы можете использовать уксус как фиксатор. Если в понедельник ваши негативы еще будут в ящике, я их выброшу. Судя по всему, негативы все еще внутри. Если я захочу их получить, мне нужно найти проявитель и, по всей видимости, уксус. Так, а что если внутри есть еще какие-то непроявленные снимки? Если открыть коробку сейчас, фотография испортится. Понял. Понял. Угу. Все еще что-то можно сделать, давай посмотрим. За этим столом. Пусто. А, пф ты, блин. Сука. Я прям самого-то главного и не заметил. Пустые папки, видимо, они только начинали. И все еще можно что-то сделать. Ага. Не представляю, зачем мне может понадобиться дистиллированная вода. И что, ее вскипятить? Похоже, не работает. И что? Я бы вообще нахер никогда не догадался, что это нужно сделать. Охренеть! Так, не вижу, как дверцы открываются. Так, ну, скорее всего. Вентиляция 2. Вот. Хорошо. На вентиляционной решетке что-то лежит, если ее не снять. А вот подобную резьбу винтов я уже видела. Ха-ха! Воронка, етить твою ядрить. Не вижу здесь ничего полезного, это хорошо. Не хотелось бы копаться в очередной буче битого стекла. Окей, так, ладно. В очередной буче битого стекла. Воронка, ну давай, воронку. Наверное, нет, кислоты. Чертовски неприятно ошибаться. И что мы сюда будем заливать? Спиртовая горелка. Проявитель? Проявитель, может, сюда? Нет. И воды нет. И этого нет. Сюда не приближается больше. Только сюда. Так, подожди. Проявитель сюда, серьезно? Похоже на коробку, которую я видела. Ага. Так, и что, и нахрена мы сюда это залили? Или залили? Думаю, сюда надо заливать воду, потом, когда вода прокапает,
Ёбаный в рот. Так. Па-па-па-па-па-па-па. Компьютер не включается. Блять, серьезно? Надо было нажать на кнопку. Ну, понятно, это я. Введите, пожалуйста, пароль. Дискета. Ошибка. Защищенных дисков не обнаружено. Пожалуйста, ставьте защищенный диск. А, нам нужен прям диск. Так, это еще одна поза. Это еще одна поза. Ну давай сделаем сразу. Очень хорошая загадка, мне нравится, даже думать не нужно. Просто кликаешь, пока оно само не повернется как нужно. И все. Игорь Кальт. Смотритель. Игорь был заведующим блока Б после того, как сгорел блок А. Он ухаживал за тремя пациентами, троицей. И далее. Похоже, он был не самым приятным человеком, злобным и жестоким. Но, может, эта работа сделала его таким? Он умер ужасной, мучительной смертью. Единственный человек здесь, кто не умер от руки Джека. Он писал, что она приходила к нему. Она сделала это? Я думаю, что да. Так, и получается... нам нужна последняя четвертая поза. Нам нужна последняя четвертая поза, чтобы правильно все определить. Так. Кнопочка. Это пестицид. Это CD-диск. Так, зашифрованная запись с камеры видеонаблюдения. Интересно, для начала нужно найти компьютер. Сейчас пойдем и посмотрим как раз таки. Только давай для начала сюда заглянем, что мы здесь... И что? Что сюда, что тут? Но у нас нет перекладины. Очень высоко. Очень высоко. Ладно, давайте пока сюда не пойдем. Давайте пойдем, сходим к компьютеру. Сходим к компьютеру, вставим этот CD-диск и посмотрим, что там на видеозаписи у нас происходит. Так, CD-диск. Невозможно открыть, диск защищен. Так, введите нужный пароль. Попыток 10. Ебать, вы чё, угораете? А... 10 попыток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 у нас значение. Класс. Два символа расположены верно. Два символа. Интересно, какие? Так, давай смотреть. Тут есть 4, 2 икса, БА и ПП. Так, значит, смотри, вот это может быть верно. Давай, тут X в начале, да? Так, а тут 4X. Так, с четверкой в начале больше ничего нет.
Хорошо. И здесь тоже с четверкой. Значит, четверка точно отлетает. Так, значит, смотри, с иксом во второй строчке тоже больше нихера нет, значит, это не подходит. С бэшкой в третьей строчке есть раз. Два. Три. Три. Хорошо, давай по порядку. Так, бэшка в третьей строчке. Хорошо, ашка в четвертой строчке. Ашки в четвертой строчке нет, значит, тоже не совпадает. Хорошо. А иксик в первой строчке у нас есть. Иксик в первой строчке у нас есть. Двоечка во второй строчке. Двоечка во второй строчке у нас отсутствие. Бэшка. Подожди. А интересно, а если это канает? Ну, типа, только вот с этой стороны? А, вот здесь 0 and 2 символа. Смотри, вот здесь 0. Значит, вот это вот все, это неправильно. То есть нам нужно что-то другое. А здесь 2 символа. Все, понял. Так, смотри. X или PP? Нужно XP. Вот, вот это, наверное, скорее всего. Вот это, скорее всего. Так, а здесь 0. Значит, здесь точно не X и не B не должно быть. Давай вот так. Так, все, это правильно. Здесь один символ правильный. Давай методом исключения смотрим. Так, смотри, семерка есть? Есть. H есть? Есть. Так, B. 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 Блин, B неправильно. Уже B неправильно. Девятка. Девятки нет. Значит, нужно либо с семеркой, либо с H. Раз. Есть. Фух. Видали, какие, ёпта, мы с тобой умные. Видал? Видал? Догадались. Лё. Она телепортируется. Это читерство. Так нельзя. Они не должны так уметь. Серьезно. Да-да-да. Хорошо. То есть камеры видят ее? Почему никто этого не предпринял? Эта мысль очень пугает, но мне следует сходить и проверить. Кажется, это на втором этаже блока Б, рядом с кабинетом смотрителя. Так. Ну, смотри, мы с тобой молодцы. Мы самостоятельно решили загадку. Здесь мне нихух. Снова она. До этого момента я думала, что это действительно Далия. Может, она... была сумасшедшей, может, она пережила пожар и сбежала в леса. Напуганная, она пряталась, а потом стала искать меня. А потом все это случилось, просто совпадение. Может, я просто принимала желаемое за действительное? Ведь если она не Далия, то кто она? А теперь я понимаю, что она не может быть Далией. То, что я видела, это не моя сестра, это вообще не человек. Но что я видела? Могу ли я верить тому, что я вижу? Я сошла с ума или просто прозрела? А если я свихнулась, ну, настолько, что мне еще... настолько, что мне еще остается? Я должна узнать правду. Я должна найти ее. Короче, видимо, это типа какая-то тварь потусторонняя, которая, знаешь, вот это вот как в фильмах ужасов обычно, она, короче, где-то там появляется, и она прикидывается твоим родственником, и у героя появляется у главного мотивация, чтобы исследовать, а в итоге это какая-то тварь, которая заманивается в свою ловушку, скотина вот эта. Чухня вот эта поганая. Есть такие. Согласен. Бывают. Так, здесь мы еще что-то не пойму, не сделали. И... так, вот сюда. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Ингредиент 2. Отлично. Я даже не знал, что за ингредиент 1.
Похоже, что перекладина прикреплена к колонне этой металлической деталью. Ну, отлично. И что? Ну нихера ж себе. Прям целое 3D сделали, смотри. Так, бутылка. Вино. Это подделка, просто рисунок. Кирпичи? Библиотека открытая под библиотекой? Почему? Ничто не было совпадением. Я должна знать наверняка. Я приготовлю этот рецепт. Рецепт чего? Там ничего нет, только темнота. То есть мы в блок А вообще никак не попадем, получается, да? В списке есть книжка ботаники. Кто знает, может в ней есть что-то. А ибикс акулябдид. Понятно. Так, 584. Так, нам нужен сначала 987. Я понял, это куда нам? Это в библиотеку. В библиотеку под библиотекой нам нужно. Сюда. Так, 987. Спасибо. Так, теперь нам нужно 584. 584. Слушай, какая умная штука, а? Ботаника. Это может пригодиться. Так. Ну, я так... Что нам нужно? Бутылку вина и вернуться назад. Ля, смотри. Мы сейчас получим бутылку вина. Уксус. Мы получили уксус. Охуеть. Вот это красота. Так, что? Да не-не-не, все. Видимо, это то, что мы можем с этой фигней взаимодействовать. Он показывает, все понятно. Так. Теперь нам нужно... Вот. Найдите каждому растению его ячейку, ориентируясь на ботанический справочник. Блядь. Так, ладно. Плокс корнеем. Вот, плокс корнеем. Плокс корнея. Плокс корнея. Вот так. Хотя нет, вот, вот так, Плокс Корне. Так, Гладиолус Кардиналис. Это вот оно. Оно сюда. Хорошо. Дельфиниум Мезокелиум. Так, это у нас получается что-то... Афелиум Пульсайт. Альфениум, вот, альфениум пульсатлия. Альфениум плюсатлия, альфениум плюсатлия, это где? А, анемония, вот она. Так, и дельфиниум нам нужно, скорее всего, вот это.
Так, дальше. Бегония радикулус. Вот, бегония. Видимо, вот это сюда. Так. Семена цветка холли. Отлично. Теперь сюда. Видимо, нам... Подожди. Да не. Или да. Видимо, нам еще что-то придется потом состаривать. Хорошо. Так. Подожди, уксус. Уксус вот сюда, наверное, нам надо залить. Рентгеновский снимок. Это последний рентгеновский снимок, который мы можем вот сюда сейчас приложить. Отлично, теперь давай пойдем... завершим с той загадкой, которую я точно знаю, что мы сейчас решим. Давай. Вау! Вот это нихера себе! Так, это что? Ингредиент 1. Так, плоть Ilex Aphrodium. Что это такое? Так, похоже, латынь. Может, я смогу перевести, если найду словарь. Латино-английский словарь. Том 8, так, переводы. Перевод примерно такой. Ты слеп, но есть лекарство. Вырви сердце демона, но... так, из его каменной груди. Вырасти и убей. Ибекс. Так. Найди, что она спрятала. Свари все в чистой воде. Так, я понял. Вот сюда. Я вспомнил, мы сюда можем посадить семечку. Теперь нужно только время. Все, теперь мы вот так хоп, хоп. Я не прикоснусь к ягодам, пока не избавлюсь от этих созданий. Пестицид где-то тут был, вот он, пестицид. Похоже... я понял. Так, теперь нам нужно вернуться назад... Теперь я понял, куда нам нужно применить распылитель. Мы сюда пестицида сейчас зальем. Вот теперь все стало логично. Вот теперь все стало максимально понятно. А тот ни хрена себе. Куда? Чего заливать? Что? Зачем? Почему? Так. Плоть, все понятно. Так. Ясно, ясно. Нет словаря, но название так, может, я так в оранжерее. Вырасти, убей, найди, что она спрятала, свари все в чистой воде. Сварить все в чистой воде. Вот теперь нам нужна чистая вода. Все готово. Так, теперь это дистиллированная вода. Теперь нужно вот сюда. 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 Так.
Я действительно это сделаю. Она что, сейчас выпьет это зелье? Ты чё, дура? Ебать, она там какой-то яд выпила. Там же что-то было, там нарисованы скелеты какие-то, череп. Нельзя же такое пить. Ебать, химик, ёпта. Видимо, это был рецепт ЛСД, судя по всему. Скорее всего, это конец. Ёбаный в рот. Нихера её штырит. Поздравляю. You made it. Ты справилась. Oh, don't be afraid. О, не волнуйся. Я не причиню тебе вреда. Я никому никогда не вредила. Я только показывала им вещи. Теперь я покажу их тебе. Классненько. Прекрасненько. Продолжение следует. Так и знал, сука, так и знал, что это конец. Ну ладно, давайте это пропустим. Ну что ж, прошли мы с вами, получается, все, что есть. Бонус, хакер, босс, хакер. Что там, фигурки. Эх, одну фигурку мы не собрали, последнюю не нашли. Последняя фигурка была. Черт, где-то еще одна должна была быть фигурка. Но да ладно. Как говорится, главное, мы игру-то прошли. Коллекционер, получено достижение. Она была в главном меню, последняя фигурка. Прикинь. Троица. Я не могла найти ни одной реальной фотографии кого-либо из троицы. По словам Кристофера, Чарльз назвал их добровольцами, но позже признался, что не знает, кто они. Смит также писал, что Чарльз был напуган, когда профессор стал интересоваться их историей. Кого испугался Лаудиус? Кто-то руководит им? Это загадочная Оливия, может? Или это мистика? Статуя? Странные пыточные палаты? Далее, которую заставляли смотреть, душа, разделенная на три части? Ни в чем нет смысла. Обыденный день богачей похищать и пытать троих невинных людей, чтобы провести ритуал? Это не может быть правдой. Короче, нам не рассказали абсолютно нихера вообще от слова совсем. Прям... Вообще от слова совсем. Нам вообще абсолютно ничего не рассказали. В общем, ребята, ждем третью часть. Ждем. Когда она там будет, я не знаю. Сейчас загуглю, посмотрю. Может быть, где-то есть информация, когда она появится. Но, тем не менее, у нас еще с вами есть во что поиграть. Есть подобного рода еще игрулечки, хорорюлечки. Кстати, теперь видите, да, там сейчас дверь приоткрылась, и там сидит наш главный герой. Наша главная героиня, она там сидела. И она была привязана к этому пыточному стулу. И, видимо, Далия, или кто бы там это ни был, не знаю, этот призрак, что-то ей там действительно не очень хорошее показывал. Просто интересно реально, что же будет, сука, дальше. Но об этом мы узнаем, я надеюсь, как можно скорее. Потому что вторая часть вроде бы выходила уже относительно довольно-таки на самом деле давно. Вот. И почему не вышла третья часть, крайне непонятно. Потому что... И очень положительные отзывы. Я думаю, что достаточно много людей купили эту игру. Может быть, разработка идет крайне медленно, потому что человек делает там один, не знаю, может быть... Фиг его знает, в общем. Такие вот дела, ребятушки. Обязательно, короче, подписывайтесь. Такие дела, говорю, ребятушки. Я говорю же тебе, одному человеку, единственному, который от меня смотрит. Такие дела, мой дорогой замечательный зритель.
Спасибо тебе, вон, видишь, она там сидела. Спасибо тебе огромное, дорогой мой зритель, что ты посмотрел до конца. Спасибо тебе огромное, что поставил пальчик вверх. Спасибо тебе огромное, что ты все время комментировал. Еще обязательно с тобой увидимся в прохождениях других игр. И хорошего тебе настроения, и пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.